С каждым годом живых участников великой истории становится все меньше. Освободители Кубани поздравил сегодня глава региона Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что 35 тысяч жителей края были замучены и убиты за 186 дней немецко-фашистской оккупации. Но Кубань не покорилась, и об этом надо помнить всегда. Сегодня мы как-то дату, как из календаря отмечаем. Да, торжественное собрание. А должны праздновать события. И следующего года с раннего утра во всех муниципалитетах края должны быть организованы митинги, и цветы, и ленты должны быть привнесены к могилам и неизвестного солдата, и ко всем мемориалам. Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за то, чтобы сегодня мы с вами жили. Чтобы сегодня строили планы, чтобы сегодня учились и рождались наши дети. И вот те мальчишки, которые сидят в курсантской форме, вы их внуки, вы их продолжите. Большой праздничный концерт и награды для ветеранов. Активных общественных деятелей наградили медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани 3-й степени, а также благодарностями и почетными грамотами от губернатора.